Друзья, всем привет, меня зовут СПТЛ, на канале Не спит. Сегодня у нас 24 июля, 3 часа ночи, и наша ежедневная рубрика «Чё почём?». Давайте смотреть, что сегодня будет у нас в магазине, ну и уменьшится ли он, то что прям огромно. Поднимаемся наверх, ох, нифига, нифига, какие скинчики, это кайфы. Это бодрая тема, ребят, я вот не помню, сколько комплект стоит, 1600? Хм. Комплект, а, он по отдельности ж не продавался. Да-да-да, эти два скина по отдельности не продавался. Ребят, эти скины появились в 10 сезоне. У нас тогда появился, в принципе, режим Fortnite Zone Wars. И нам закинули два вот этих скина. Они каждый в двух цветовых. И пацанчики, девчонка. Мне очень нравится, особенно девчонка. Девчонка, я частенько играю. Вот в этом цвете мне нравится больше. Кайфово, это офигенные скинчики. И вот такой бэкпэк, но бэкпэк, ребят, бесполезно, как по мне, он достаточно сильно выпирает назад, и мне не очень нравится. За 1600 два топовых скина, с двумя стилями каждый. Причем, если брать вот это, да, это та же мгла, стоит 2к. А тут за 1600 вы получаете 2. Офигенно, вот, ну, мне прям очень нравится. И кирочки за 800 тоже двух стилей. Когда я их на стриме надеваю, постоянно люди спрашивают, откуда кирки. Их прям очень плохо знают. Офигенные кирки, офигенный комплект. Кайф. Это прям кайф. Дальше леша с 5 стилями за штуку 200. Там под все сезоны. Осень, зима, весна и прочее. Ну, вы поняли. И последний, который нам докинули, вот этот вот был, да. И точно так же, ребят, бэкпэк у него с 5 стилями. Прикольные леши, ржачные, самый прикольный. Ну, больше всего визуально мне нравится зимний, который вот этот вот. Он и с рогами прикольный, и листвы поменьше, поаккуратнее, играть на нем поудобнее. Дальше это медорезы, тоже у них 5 стилей, цвет чисто меняется. Медорезы мне средне нравятся, хотя, опять-таки, за 800 столько стилей, это круто. Вон и с ими эмоции, ребят, у нас. Для тиктокеров вот этих вот. Погнали. Ну, так. Так. Едем дальше. Попрыгун за штуку 200. Здоровенный скин. Не особо играбельный, мягко говоря. Когда бежите, с него еще вот перья сыпятся. В творческом. Ну, это надо показывать именно в игре. В лобби это не видно. Чуть перья с него сыпятся. Огромный бэкпэк, огромный скин. Выглядит ржачно, но он, конечно, огромный. Кирочка неплохая. За 800 кирка. Кирка нравится. Отличный скин Гроза вампиров. И играбельный, и выглядит кайфово. С шапкой, без шапки. Тед скин кайфовый. Прям очень хорош. Очень хороший, вот эти кирки мне нравятся. Под Мидаса. Под Мидаса в пиджачке. Ему топорик, и этот мне нравится. Кайф, хорош, хорош, хорош. Весь ряд, кроме вот этого здоровяка, конечно, неплохо. Дальше это у нас пошел Шторм. Ну, Шторм за 2к, ребят, я его сейчас уже говорю вам пропускать. Есть у нас Шторм и Циклон. Циклон, если он получше выглядит. Похож, но получше. Гроза пойдет за 800, чуть в футуризме, нормуль. Сейчас под сезон нормально пойдет, кстати, в тематике. Кайфовая кирка. Кайфовый дельтик. Дельтик такой вообще зашибись. Обертка средняя. Средней паршивости. Капитан команда по обнимашкам точно нет за 2к. Это совсем не мое на данный момент. Кроме бэк... Ну, за 2к у нас медведей миллион. Можно за 2к 2 медведя купить. Реактивный мишка тоже такой себе. Ну, хотя, блин, он аккуратный. Нет, реактивный мишка, к нему претензий мало. Он, чтоб не глючило, вот у нас после последней обновы глючат дельтапланина в магазине. Я не могу теперь дельты показывать в магазине. Это прям жесть. Реактивные мишки еще ничего, друзья. Лапка тоже прикольная, обертка такая себе. А это вообще здесь. За полторашку такой дельта разобить. Его еще и показать хрен покажешь. Потом мы новости посмотрим. Кайфовый скин. Демоническая сердцеедка. Нравится за полторашку. Амплитуда редко выходит за полторашку. Нравится мне значительно меньше. У нее в этом пацанчик в комплекте тоже, гости из будущего, пацанчик кайфовый. Амплитуда, это в 9 сезоне, все плюс-минус девахи были очень однотипные, я тогда ничего не покупал, мне прям вообще не заходило. Флоу, вот эта эмоция
Вот это прям топ эмоция. Жаль, она с авторскими правами вдруг стала и не заюзать ее. А так эмоция точка. Саксофон за 800, кайфы. Деп. 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 Кстати, на Леброне, кто смотрел фильм, актуально. Кто смотрел уже Луни Тунс, вот для этого самое то. Эмоция, которая мне абсолютно не заходит. Я говорил, что она бесконечная, ничего не происходит. Хотелось бы, чтобы что-то происходило. То он его разбивал, либо собирал. Что-то должно происходить с ним. Остался вот этот комплект по фильмам. Остался Феррари. Осталась вся движуха гоночная, друзья. Остался Буга, Леброн, Снейк Айс. Бесплатная халява, все тоже осталось. Ребят, тег автора SPT073. Напоминаю вам постоянно, друзья, не забываем указывать. Что там в новостях нам показали? Zone Wars нам показали, офигительно. Ferrari, Late Games и кинофестиваль, да. Вот этот скинчик, ребят, который на сегодня вышел по Zone Wars. Офигительно. Очень круто выглядит, и мгла, конечно. По сравнению с ним, да еще и в комплекте с пацанчиком, уступает. Давайте я вам попереключаюсь. Стиль. Кайф. И пацанчик. И пацанчик. Ну, где пацанчик у нас? Пацанчик, 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 пацанчик. Хм. Что-то я его не вижу. Вот он. И вот он, пацанчик. Кайф. Кайфы. Пацанчик тоже отлично, это типа мрака, ребят, со спины, это вот силуэт весь мрак. Выглядит офигенно. Обертка, которая у нас сегодня в магазине. Кирки. Кирки тоже убойные. Кирки кайф, кирки кайф, скины кайф. Сегодня хорошая Zone Wars, конечно, коллаба кайфовая. Ну не коллаба, а вот эти скинчики, комплект кайфовый. Дельтик тоже кайфовый. Есть сегодня что прикупить. И по эмоциям. Это саксофонист, он у меня, по-моему, не в избранном, да? Что-то у меня в избранном уже эмоций столько. На 3 листа. Так, саксофонист. Деп. Да что ты этот выбираешь, деп. И головоломка. Головоломка, которую, как по мне, нужно было сделать чуть-чуть лучше. В том плане, либо он должен ее психануть и разбить, либо собрать. Обычно, да, я говорю, что кайфово, когда эмоции зациклены, но не это. Это не тот случай. За просмотр всем большое спасибо. Жду вас на трансляции в субботу. В субботу, в субботу, в субботу. У нас же, по-моему, там... В субботу у нас, по-моему, нету каких-то кибер-турниров, да? Да, в субботу у нас никаких кибер-турниров нет, поэтому 21:30 на Твиче жду вас, как всегда, по расписанию. Во что-нибудь поиграем, не только Fortnite, друзья, да, на трансляциях у нас не только Fortnite, поэтому приходите. Спасибо за просмотр, пока.